Специально для портала К. Сегодня мы будем делать витраж под названием «Ромашка». Для этого нам потребуются витражные краски. Оттуда мы возьмем черную, желтую и белую. Нарисуем рисунок цветочка и положим на него пленочку. Берем черную краску и начинаем обводить. Вот. Делать это будем аккуратненько. Я уже обвела. Можно убрать уже рисунок. И так получается. Теперь надо, чтобы у нас черный контур высохнул. Надо ждать где-то 15-20 минут. Берем желтую краску. Начинаем рисовать серединочку. Трудечку нарисовали. Берем беленькую краску. Начинаем разукрашивать. Так проделываем со всеми остальными. Вот я уже разукрасила. И теперь надо ждать где-то минут. Даже не минут, где-то часа 2-3, чтобы краска высохла. Вот, наша краска высохла. И у нас получилась вот такая замечательная ромашечка. Если серединку недостаточно видно, можно сделать еще раз желтенькой красочкой. Берем черную краску, делаем прожилочки у нашего цветочка. Можно даже голубеньким цветом. Берем зелененький цвет, делаем ножечку нашего цветочка. Сейчас я разверну. Вот, делаем теперь листочек. Листочек не обязательно делать черным контуром. Можно сразу рисовать зелененькой краской. Подделываем. Так у нас листочек будет.
настоященькая наша ромашечка. Вот наша ромашечка уже засохла, и у нас получилась такая красивая. Теперь можно ее приклеить на любую гладкую поверхность.